Характер, упорство, ежедневные репетиции. Каждый трюк династия Суанбековых отрабатывает по нескольку раз. Только так, говорят артисты, можно добиться совершенства и уверенно работать на канате. Самое важное, делая трюки без страховки, чувствовать себя комфортно. Вот к этому мы и подводим. И это тяжело, к этому приходишь, и мало того, это очень легко уходит. Поэтому это такой жанр, что нужно постоянно себя держать в форме, постоянно нужно репетировать. Номер, который носит имя матери молодых канатоходцев Сайракан, время от времени пополняется новыми трюками. Трио на канате, пожалуй, то, что заставляет зал замереть в восторге и волнении. Здесь тоже своя техника. Я должна обоих чувствовать, обоих, и одинаково им давить, чтобы они одинаково давили. Если кто-то из них чуть-чуть мимо будет давить, вот так мимо, уйдем, мы можем уйти, упасть. Поэтому это тоже очень много и от меня зависит, чтобы я держала один упор, и чтобы одинаково им этот упор держать. Вот поэтому это очень сложный жанр. «Колесо смелости» продолжает серию «Триумфа Суанбековых». Шагающий человек напоминает Вселенную, которая также уверенно вращает планету. Мы друг друга должны чувствовать без слов, потому что во время номера мы не можем друг другу сказать, как удобней. Поэтому стараемся оттачивать все на репетиции. Сегодня репетиция, а завтра снова на арену, чтобы в очередной раз зал стоя рукоплескал артистам программы «Звезды мирового цирка». Спешите на заключительное представление в Нижнетагильский цирк.